Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников, их автобиографии. Испанский каталонский художник Англада и Камараса. Родился 11 сентября 1871 года в Барселоне. Учился в Барселонской школе изящных искусств, и в ранних работах заметно влияние его учителя Модеста Урхеля. Я пользуюсь переводной Википедией. В 1894 году перебрался в Париж, что позволило ему в большей степени освободиться от зависимости. Впрочем, собственный стиль Англады в чем-то родственным Дега и Тулус-Латреку, отчасти Климту. Занимался в Академии Жулиана и Академии Колоросси. В 1901 году вместе с Олаагой принял участие в международной выставке в Дрездене, где имел большой успех. В дальнейшем выставлялся по всему миру, был удостоен золотых медалей в Венеции в 1907 году, в Буэнос-Айресе в 1910, в 1939-1947 годах, жил в эмиграции во Франции. Творчеством художника интересовались Максим Горький и Всеволод Мейерхольд. Одна из его работ – «Испанский танец», есть в Эрмитаже, другая – «Вечернее кафе», находится в музее Пушкина. Умер в Паленсии 11 сентября 1871 года, Барселона, на острове Майорка. И его память увековечена бронзовым бюстом на сосновой прогулке в Порт-де-Пальенса. Ну так, вкратце, данных не очень много. Из переводной Википедии о испанском каталонском художнике Эрменхильдо Англада Камараса. Также Англада и Камараса. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.